Сейчас мы будем угадывать английский сленг. Что такое бу? Испугать, наверное, кого-то. Почти. Есть такая песня. Напой. Я взял твою бу. А, ну, типа девушка. Да. Чана, как ты думаешь, что такое butterfingers? Масляный палец. Окей, кто это? Это что-то какого? Плохое или хорошее? Ну, скорее плохое. И вот я butterfingers. А, неряшливый, неуклюжий, рукожоп. Да. Как ты думаешь, что значит слово buzzkill? Руки-базуки. Люди, которые убивают все жужжание, весь гул. Нудные люди. Почти, да-да-да-да-да, прям такое модное слово. Нудилы. Почти. Душнило! Да, buzzkill, душнило. Как расшифровывается XO? Ну, это что-то крутое. Oh. Типа чмок-чмок? Да, X. Да, X это поцелуй, а O... Крестики-нолики, может, какие-то. X похож на поцелуйчик, а O похож на... жопу. Блин, я вообще не знаю. XO — это kisses and hugs. Поцелуйчик, hugs — обнимашки. А, обнимашка. Да. Это поцелуй и обнимашки. Да. I'm a Sometimes I'm selfish, get jealous. I